Добрый день, уважаемые онлайн-слушатели. У нас сегодня с вами 3 октября 2016 года. Мы с вами начинаем дневной обзор валютного рынка для эффективной торговли. Я думаю, со связью все хорошо. Переключаюсь на камеру для того, чтобы поздороваться с вами вновь. Добрый день, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Тулеген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании «Альпари». Мы с вами обсуждаем движение трех активов – евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс золота. Работаем по стратегии «Последний поцелуй», которая помогает определить уровни пробития-отбития. Используя трендовую линию, определяем направление данного актива. И при помощи инструмента линии Fibonacci устанавливаем защитные ордера. Один ордер защищает нас от получения убытков, второй ордер защищает нас от получения чрезмерной прибыли. Поэтому сегодня мы с вами хорошо зафиксировали прибыль по фунт-доллару. Нужно было смотреть, каких уровней он достигает. Сейчас я прокомментирую в данный момент. Все остальные активы, евро-доллар и золото, стоят на том же самом месте. Единственное, евро-доллар дал возможность добавить позицию по более выгодной цене. Переключаюсь на экран, чтобы вместе с вами посмотреть, как это все происходит. Окей, так, изображение есть. Одновременно включаю чат. И всех вас приветствую в очередной раз в чате. Добрый день всем. Итак, давайте посмотрим, кто куда собрался, зачем, почему. Утром мы с вами определяли, согласно фиолетовых линий, что евро-доллар никак не может взять трендовую линию. И вот уже несколько часов евро-доллар подтверждает существование данной трендовой линии. Сейчас чат куда-то сдвинулся, я его подвину. Приветствую Донецк, Владивосток, всех приветствую. Отлично, Евгений. Всех приветствую еще раз. Евро-доллар никак не может взять эту линию. Но евро-доллар включил еще один ордер, который стоял на сотом уровне. И, соответственно, мы имеем несколько целей. Малая лотность уходит на 261, большая лотность будет группироваться на 161 уровне. Почему мы взяли 161? Потому что есть такое правило. Коррекция не должна быть более 62%. Минимальный импульс не должен быть менее 162%. Поэтому на 161,8 мы берем, ну, грубо говоря, минимальный импульс по умолчанию. А после этого отправляемся и на 261. Евро-доллар за последние 6 часов ничего существенного не совершил. Единственное наблюдение велось каждый день. И глаз трейдера поражался тому, что фиолетовая линия, которая была выбрана правильно, которую мы с вами учимся рисовать каждый месяц, в конце каждого месяца, последнюю субботу, на условно-платном семинаре, посвященный данной стратегии. Семинарчик этот включает в себя правила растяжки Fibonacci по данной стратегии, а также правила использования трендовых линий и линий шеи. Я вас еще раз, в очередной раз приглашаю. 29 октября мы с вами увидимся на условно-платном семинаре. И вот что мы можем сегодня увидеть по евро-доллару? Можем увидеть пробитие, ну а если будет пробитие, то будет, естественно, достижение. Достижение всех тех уровней, которые мы выбрали. Почему? Потому что человек, который не дружит с трендовыми линиями, а дружит только с данной стратегией, он определил для себя, что самым глубоким парнем, самым высоким парнем, ой, вернее, низким парнем вот в этом, ну, грубо говоря, движении является лоу вот этой белой свечи. Отчитывает одноцвет назад, растягивает Fibonacci на весь одноцвет, вот, и получает, что актив скопился в зоне бая, то есть выше сотого уровня. Вот эта свечка определяла, что уровень существует, а вот эта свечка определяла, что уровень пробит. С обратной стороны мы уже видели неоднократное, ну, как бы тестирование. Первый раз, второй раз, и добавочка вот здесь произошла, 161-261. А теперь просто, чтобы понимать, почему рынок стоит, мы используем трендовую линию. Ну, вот так вот. И согласно этой трендовой линии мы понимаем, почему рынок стоит. Картина остается прежняя. Я оставляю эту сделочку до завершения. То есть ее модифицировать не буду. Селлов не вижу. Вижу бай, но если вдруг что-то произойдет, то стоп-лоссы стоят на месте. Они стоят чуть ниже 7.6. А тейк-профиты стоят на месте. Очень увлекательно. Знаете, это как будто бы вы подсадили цветы. И есть два варианта.
Можно использовать и такую, и выше, и ниже. Есть два варианта. Либо ваши цветы станут красивыми и хорошо пахнущими. И второй вариант, цветок может завять. Поэтому посадили цветочек. Вот здесь цветочек ваш завянет, а вот здесь цветы ваши будут очень красивые. Соседняя свечка тенью выше, можно ее использовать? Можно. То есть ее можно использовать по, ну как бы, ну уже нижняя свечка подтвердила вот два раза, что уровень такой существует. А соседнюю свечку мы используем из-за того, что тела не бывали дальше. То есть, грубо говоря, четкая консолидация происходит именно на этом уровне, на 12269. Поэтому любой технический уровень будет достигнут. Смотрите, разница будет у них в нескольких пунктах. Вот именно такую ситуацию я вам сейчас объясню по фунту. Вот, поэтому стою я на нижнем уровне с целью быстрого достижения большой лотностью. Стою я на нижнем уровне с целью достижения пипсовки, ну, быстрой пипсовки. То есть использую не вот эту свечку, Максим, а рядом стоящую. Почему? Потому что если есть уже движение в вашу сторону, то мне нужно быстрее зафиксировать прибыль, чтобы ночью уже спокойно спать и не наматывать простынь на голову. Обычно, когда у вас открытая сделка, почему-то я утром просыпаюсь, простынь кто-то намотал на голову. Кто это сделал? Непонятно кто. Надо разобраться. Поэтому, чтобы этого не происходило, забирать внутридневную прибыль нужно на ближайших уровнях Фибоначчи. И вот такая история у нас произошла. Вот фунт. Давайте, кстати, мы забыли помолиться. Мы сегодня не молились, но обычно мы днем это делаем. Евро-доллар, пожалуйста, сделай так, чтобы после тейка по фунту красивому, который был до обеда, еще и евро-доллар закрыл все тейки и ушел в нужном направлении. Давайте, 3-4, возьми и пробей фиолетовую телом. И вот евро-доллар, если пробьет фиолетовую телом, уже будет легче нам дышать и легче понимать, что 12611 по умолчанию мы до туда сбегаем и отдадим трейдеру, ну как бы, пипсовочку. А если мы пипсовочку отдаем, еще раз напоминаю, то нас уже не интересует стоп-лосс от длинного. Дело в том, что расстояние до 161 270 пунктов, а до 76 у нас там, ну, грубо говоря, 200, сколько там, 200, ну, все, мы уже его окупили, тем более большей лотностью. Поэтому я всегда, ну, как бы, когда учу своих учеников, говорю, вперед, бай делаешь одним лотиком и двумя лотиками. Два лотика, когда доходят до 161, они уже поглощают стоп-лосс от того однолотового, который мечтает дойти до 261. Но это уже отдельная тема. Но нам нужно в данный момент взять фиолетовую и взять ее телом. Разобрались. Фунт-доллар пошел туда, куда нам нужно. То есть мы его угадали. Кто-то раньше, рано утром, когда я говорю кто-то, не обижайтесь, потому что куча фамилий, а тем более они все написаны на английском языке, I don't speak English, поэтому я когда говорю кто-то, это значит, я не могу запомнить кто, но кто-то утром спрашивал по поводу того, что фунт-доллар не байли, и в этот момент я сказал, что кто-то будет добавляться сейчас на соточки, идти вниз, но где закрыть фунта? Фунт закрылся очень серьезно, закрылся, у меня, видите, тейка нету, я вам покажу свою историю счета, там и пипсовка закрылась. Вот. И закрылось, что еще закрылось? И закрылся положительный стоп-лосс от единички. Но все это, ну, как бы в положительном состоянии. То есть пипсовочка 2 лота $546 и положительный стоп-лосс 639. Как это все произошло, я вам сейчас в замедленном виде покажу. Дело в том, что когда мы выбрали с вами коридор, уже приняли решение, что фунт-доллар шел в восходящем тренде, пробил, оттестировал, мы с вами встречались вот в этом промежутке времени ниже сотого уровня, то есть мы с вами встречались в зоне селла, и я всегда, ну, говорю, что если есть сел, значит бая нету. Нет, я 161 не брал, Виталий, сейчас покажу, где я взял, смотрите. Вот, здесь все соблюдается, все, тестирование соточки есть, разгон, и, скорее всего, к вечеру будет вот эта цена, 1.28.326, но мне было достаточно этой прибыли, поэтому все закрылось автоматически, не вручную, автоматически, но выглядело это вот таким образом. Давайте рассмотрим, где закрыть фунта. Во-первых, фунт уходит вниз по разнообразным коридорам, и по таким, и по сяким, то есть сейчас я уберу вот эту. Это наш коридорчик, где мы не достигли цели,
Но есть коридорчик, где мы достигли цели, смотрите. То есть комментарий был такой. Самый крутой коридор здесь, который стоит в рейтинге, который, в принципе, ну, лучше, чем всякие там другие коридорчики, потому что его видно хорошо, это Open сегодня и Close пятницы. Вот он тоже не достигает своей цели, хорошо чувствует 161 и идет к... Поэтому я говорю, что тот коридор может достигнуть своей цели. Но по дороге фундоллар встретил два хороших коридора. Первый коридор называется коридор сегодняшнего дня. И если вы на него посмотрите, он сквозь свой take profit пролетел как пуля. То есть вышел и пролетел сквозь 261. Наш take profit стоял дальше, но мой стоп-лосс положительный уже стоял на 28675. Почему? Потому что поздно я разглядел, что take profit был в тютельку по 4-часовке. Обратите внимание, это 4-часовка, и я сейчас этот take profit прокомментирую. Дело в том, что это секрет, который называется «двоюродные братья». Кто помнит этот секрет, кто был на условно-платном семинаре, тот понимает и тот забирает этот take profit и ложит его себе в карман. Давайте спросим у фунт-доллара, кто самый высокий парень вот в этом во всем движении. Мы с вами видим вот эти вот свечки, где был у нас замечательный take profit на 261. Помните этот момент? Вышли, постояли, помучились и отдали вот этой свечкой 261. Бах! Все. Значит, следующий last kiss, то есть этот брат уже покушал. Покушал он на 261 тютелька в тютельку. После этого мы почему-то провалились. Оттестировали этот, как его, 261 уровень с обратной стороны и ушли вниз. Значит, что нужно было делать после тейк-профита? Правильно, нужно было ждать разворота или же уходить в коридоре автоприготовления. Разворота не состоялось. Рынок ушел в коридоре автоприготовления вниз. Теперь просто растягиваем обратные Fibonacci с использованием секрета номер 2 и получаем 261 и ложим его в карман. Четырехчасовой тейк-профит просто быстрее встретил закрытие сделки 28466, поэтому часовка наша не долетела до туда. Но кто это? Это двоюродный брат, который сел за стол. Ну, двоюродный, обычно это может быть родной братишка, я не знаю, кто он такой. Но он сел за стол после вот этого человека, то есть после своего старшего. Старший покушал на 261 вот здесь. И после этого мы начинаем отчет и согласно правилам номер 2 получаем еще один коридор с хорошим 161 и с хорошим 261. Замечательно. 28466 произошло просто раньше, чем наш коридорчик. А как закрылась моя сделка, то есть выглядело это так. Ушел я в том коридоре, который мы с вами мечтали получить вот здесь, а положительный стоп-лосс поставил ниже сегодняшнего коридорчика. Ну, вот так вот было выглядеть. Бомс. И положительный стоп-лосс стоял 28675. Рынок вот здесь постоял, вроде бы даванул вниз, а потом взял и выключил 28675. Ну и нормально, ну и пусть. На линейном графике тейк был, правильно говорите. То есть, опять-таки, вот кто это? Евгений пишет. Во время каждого выступления очно я рассказываю про секрет номер 2. Но когда секрет номер 2 непонятен, то есть я не могу понять, кто здесь главный, кто белый, кто черный и вообще откуда начался коридор, перейдите на линейный график. И если вы переходите на линейный график, вы увидите достижение тейк-профита. Бамс и все. И вот здесь есть тейк-1. Смотрим. Бамс. Видите? Тейк-1 ложится в карман. И вот Евгений все правильно сделал. Он не мог разобраться, сколько здесь свечей, и забрал свой линейный тейк-профит. Я поздравляю вас, Евгений, что вы эту тему среди текста хорошо уяснили. Когда я не могу понять, какое количество свечей и куда применять правило номер 2, забери прибыль по линейному графику. Тем более, вот здесь был хороший ретест соточки. Выглядит, ну здесь чуть-чуть не хватило, но хороший тест 261. Разобрались, фунт никому ничего не должен. Тейк-профит 4-часовки, линейный тейк-профит по часовке, скорее всего, фунта будет отправлять в разворот. Теперь... После получения тейка мы спросим у сегодняшнего дня, кто самый низкий парень на деревне. Вот так вот все сузим для красоты и просто сидим и ждем. И говорим спасибо, фунт, за хорошие
движение сегодня. Следующее, золото, ну, в данный момент оно идет к стоп-лоссу, а еще и включил мой отложенник, то есть у меня на соточке стоял sell-limit 13.17.580, ну, вот как раз-таки он сейчас и включился. Стоим на месте 6 часов, никуда не шевелимся, вот он только что включился отложенник, sell 2.0 до 161, а вся остальная лотность идет до 261. Нужно здесь теперь подкорректировать, нужно большую часть выкинуть сюда на 161. То есть коррекция происходит так: самый выгодный отправляю на 261, самые невыгодные закрываю на 161. Вот и все. Самый выгодный на 261. Вот теперь вот такая вот ситуация. Ничего не делаю, опасность еще не срабатывает, то есть опасность выглядит по золоту вот таким образом. То есть золото будет разворачиваться либо вот в этом огромном коридоре, в импульсивном, но здесь есть настоящая перепоцеловка, вот, или же свеча в свече в перепоцелованном клозовском, в оригинальском коридорчике сегодняшнего дня. Возврат уже более 61%, поэтому золото намекает на то, что может, в принципе, уйти клозом выше 13.19, но мы его сразу встретим на 13.27. Сразу, моментально, если это произойдет. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, трейдинг здесь как войнушки. То есть, если вы, ну, как бы стреляете в одну сторону, а с обратной стороны стреляет более, ну, агрессивно, то вы начинаете увеличивать огонь. То есть, каким образом увеличить? Вот здесь мне придется вообще жестоко увеличиваться. 2, 1, 2... Но если он пробивает 19-120 клозом, то, ну, как бы надежд на sell уже очень мало остается. Почему? Потому что, ну, во-первых, это вот этот уровень серьезный, где мы сначала накапливались. Вот здесь вот мы накапливались. Потом якобы пробили его, и теперь если клозом мы уйдем в это накопление, ну, выше вот. Получается, клозом уходим в зону buy. Сигналом для меня в данном случае будет служить хай вот этой черной свечи. То есть немножко с подтверждением и с отсрочкой бая. Видите, как хорошо? То есть мы уже заходим, видите, клозом сюда, но бай будет с отсрочкой, с подтверждением, вот выше вот этого уровня. Всегда уровень определяется канально, то есть не какой-то одной горизонтальной полоской, а каким-то промежутком. То есть от сель до сель вот в этом районе происходит сопротивление. Если мы клозом закроемся, то сразу я ухожу в бай. Но если это произойдет в ближайшее время. А если этого в ближайшее время не произойдет, то в моей истории счета на сегодня останется просто один стоп-лосс. И все. Который стоит над 76-м. И все остальное стоит согласно как бы Fibonacci 161, 261. И вера у меня в эту сделку продолжается, потому что я нахожусь в пробитии фиолетовой. И как бы тут точно не в восходящем тренде, а немножко в таком, в преобладающем, нисходящем тренде. Самое главное, базуку взять правильной стороной. Правильно. Это как в армии, да? То есть не перепутать гранатомет и определить, с какой стороны он стреляет. Окей. Потому что гранатомет не поймешь, да? Палка палкой. Окей, разобрались. Евро-доллар, фунт-доллар, золото. Так, евро-доллар у нас что делает? Вот он. Мы за него, значит, молимся. Молимся достаточно одной молитвой. Там не надо все молитвы вспоминать, чтобы у вас там Бентли стоял под окном, чтобы еще что-то. Просто одной молитвы достаточно. Евро-доллар пробей фиолетовую. И все. Вот давайте вместе скажем. Евро-доллар пробей фиолетовую. И тогда, если всегда, ну, как бы вы будете дружить с рынком, под окном точно будет стоять Бентли. Разобрались. Евро-доллар пробей фиолетовый, потому что в тебя уже столько вложено, инвестировано в тебя столько много, и там, и здесь, и на добавочке, и так, и сяк, что у тебя должно, в принципе, хватать совести пробить фиолетовую линию. Фунт-доллар, спасибо тебе за все. И если ты уйдешь в бай, мы не будем против, потому что появится новый коридор сегодняшнего дня с новой фиолетовой. Но будет затруднительно двигаться до 161 и 260. То есть вот эти картинки, они появляются каждый день. И трейдинг держится именно на том, что каждый день мы должны отрабатывать одни и те же head and shoulders, флажки, ласкисы, пробития фиолетовых. И тогда не скучно будет, потому что на основной работе вы делаете то же самое. Вы приходите в 9, здравствуйте, шеф, и уходите в 6, до свидания, шеф. Ну или там, здравствуйте, подчиненный, и до свидания. Ну, в принципе, то же самое. Ну, вот здесь то же самое. Здравствуйте, деньги,
на 76-м до свидания деньги, а на 261-м здравствуйте, еще много дополнительных денег. Ну, нормальная работа, нормальная работа. Вот, фунт-доллар готовится, и золото, добавка на сотки сработала. Кто утром спал и не мог понять вообще, куда мы стремимся. Вот здесь, кстати, кто же нам предлагал там использовать линейный, забыл уже. Ну, очень много комментариев, забыл. Ну, вот здесь вот та же самая ситуация. Если я не могу понять, кто тут главный из свечей, перейди на линейный график и забери свой тейк. И все, подкорректируйте здесь его за самое нижнее острие. Я всегда говорю, любимое мое слово, острие. И за самое верхнее острие. Растянули. И вот здесь, видите, тейк немножко искажается. Поэтому подтяните, потому что это же ваши деньги, это же ваши тейк-профиты. Подтяните и скажите себе, я буду работать в линейном графике, потому что я не могу понять, кто главный среди свечей. Появляются те же самые уровни, их вы заберете немножко раньше, чем на свечном, но уверенно. Спасибо, Дима. Трейдинг должен держаться на этом, на вашем позитиве, потому что грустно торговать, это все равно, что просто идти и грустно проигрывать деньги. А когда вы веселый, этот, как его, рынок видит, что вы веселый, он не будет у вас деньги забирать. Он скажет, слушай, вот эти вот веселые ребята, надо их порадовать, надо дать им 261, пусть еще сильнее повеселятся. Окей, цели достигнуты по нефти, правильно говорите, то есть вот так вот выглядит цель по нефти. 50-68 по часовке после, ну, вот здесь вот не касание, наконец-таки достиглась цель. Вот, и вы, если вы про эту цель говорите, разворот ожидается, за ним нужно просто следить. То есть это, смотрите, кто такой, это по часовочке. То есть мы спустились на часовочку, мы видим импульс, бом-бом-бом. В этом импульсе мы участвовали, мы не могли в нем участвовать. Это самый высокий парень на деревне, достижение всяких разных уровней. После этого мы участвовали, ну, в условной торговле, в сейле, самый высокий парень и достижение тейк-профитов. То есть не могли мы проглядеть пробитие сотки, 261, все это было. И теперь нужно просто здесь понять, кто самый низкий парень. Самый низкий парень вот этот парень. Его клозом мы не пробивали. На 261 не были. Вот сегодня мы были на 261. Окей. Что это такое? А, это 4 часов. Потому что на часовке там вообще бардак. Поэтому по нефти я бы наблюдал что? Наблюдал бы теперь просто за каким-то... Ну, в данный момент формируется оригинал. То есть мы клозом уходим выше основного хая. И в любой момент можем мы развернуться. Развернуться где? Внутри какого-то периода. То есть, ну, допустим, внутри сегодняшней недели можем. Ну, пока что еще рано. Пока что еще рано. Из Стамбула. Отлично, Ирина. То есть там очень хорошо сейчас, тепло. Вот. И поэтому, ну, вот как раз-таки подтверждаются слова. Утром был семинар, что торговать можно хоть откуда. Хоть с северного полюса, хоть с южного полюса. Главное, чтобы... Что главное, чтобы? Главное, чтобы интернет был. Я думаю, что в Стамбуле интернет есть. Вам тоже большой удачи. Поэтому нефть, во-первых, она движется в бай по всяким разным целям. Утром мы с вами комментировали, что нефть, ну, как бы, вот в этом коридорчике, в настоящем, уже были тейк-профиты. То есть вот был последний выход, а нет, вот сейчас движется к 423-м. И в вытянутом коридорчике тоже еще не было тейк-профита. То есть здесь смотрите, какая ближайшая цель. Кто по дневке самый низкий по нефти? Да, одноцвет. Раз, два. Выход стоп-лосс. Выход с проколом 161 должен уйти на 423. 52-69 первая цель. Если же здесь мы считаем, что стоп-лосса не было, тогда цель была достигнута здесь. Работаем в вытянутом коридорчике. Но в данный момент вытянутый коридорчик уже закрылся. Ну, то есть мы находимся в зоне бая. Значит, цели 52-93, 59-39. Сюда нужно добавить просто терпение, и все. Ждать, где-то через два дня мы придем сюда, где-то еще через сколько-то мы придем на 59. 59 когда будет, это будет уже интересно, это уже будет 60. Так, не вижу комментарий, исчез на секунду комментарий. Бумс, 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 золото. Так, что говорит Станислав? По нефти ожидается разворот, цели все достигнуты. Фиолетовую тестируем. А вот фиолетовую по нефти мы не рисовали, давайте нарисуем. По 4-часовке предлагает.
нам, Станислав, рисовать фиолетовый. Ну, чтобы фиолетовый рисовать, нужно сначала вот так вот, как бы... Смотрите, вверху командует вот эта вот точка. Пробили, ушли, пробили, ушли. Это первая линия. Вторая. Пробили, ушли, пробили, ушли. Это вторая. Я почему так рисую? Потому что обычно идет техническая, ну, как бы... картина красивая, здесь нет красивой картины. Пробили, что-то опять зашли в коридор. Но вот здесь есть. Пробили, оттестировали и пошли в бай. Пошли в бай. Значит, кто работает сейчас? Значит, работает вот этот четырехчасовой. Ну вот. Выход. 50-37 прокалывали? Нет, проверяем. Хай. 50-36. Прокола не было, значит, будем останавливаться на 51-43 пока что. Окей, то есть восходящий тренд. Дальше трендовые линии. Тестинг был? Был. 51-43. А это все, смотрите, вот это все, это не эта стратегия. Это люди всего мира видят, что пробивается. Но фиксация прибыли помогает, фиксировать прибыль помогает данная стратегия. 51-49. Нефть пока еще не угомонилась. Пока еще нет. Если перед ним была свечка, которая другого цвета, но слишком маленькая. Всегда ли правильно брать одноцвет, если перед ним была свечка, которая другого цвета, но слишком маленькая для коррекции? Понять бы мне еще этот вопрос. Всегда правильно брать одноцвет, если перед ним была свечка другого цвета, но слишком маленькая. Не всегда, Дима. Поэтому, когда стоит впереди маленькая свечка, разделяет якобы одноцвет, то тогда нужно смотреть на импульсный. То есть, ну, давайте вот этот момент рассмотрим. Просто я покажу, смотрите. Вот, к примеру, вы рассматриваете вот это вот движение и рассматриваете вот этот одноцвет, да? Вот этот, к примеру, одноцвет. Но перед ним, видите, беленькая маленькая стоит. Правильный вопрос, кстати, задали. Поэтому, ну, малый тейк-профит вы заберете, но вот эти вот движения будут определяться большим импульсным движением, вот таким. Почему? Потому что это была коррекция, а это был импульс. А это на самом деле картина красивее, чем одноцвет. Одноцвет — это быстрый тейк, а импульс — это правильный тейк. Ну, я думаю, что вы поняли ответ на этот вопрос. Одноцвет — это просто быстрый тейк на сегодня. Разобрались. По серебру не знаю, вход есть или нету. Посмотрим сейчас. Так, по золоту не готовится ли вход наверх по часу? Скоро. Давайте посмотрим опасность. Пока не вижу опасности. Вот она, ближайшая опасность по золоту. Какой импульс был глубже всех? Откуда он начинался? Вот отсюда. Отсюда. Если вы вот это рассматриваете, то он не был самый низкий. Вот он. Бай по золоту начнется вот здесь. Все. Поэтому, ну, как бы, я думаю, будет понятно вам, да? Эта же картина и в свечном графике, в принципе, понятно. Но когда вы не можете понять, вот, посмотрите, кто был глубже всех, и вы увидите будущий бай. Разобрались. Вопрос был по серебру, да? Файл, новый чарт, металл, серебро. Металл-серебро. Бумс-бумс. Ну, вот по серебру, опять-таки, ласкиз не настоящий, а ласкиз периода, то есть ласкиз сегодняшнего дня. Но он не самый низкий парень. Я думаю, вам понятно. То есть внутри сегодняшнего дня серебро собирается уйти вверх вот так вот. Собирается уйти. Вот часом, через одну минуту, бай! 19.21, 19.63. И все, хладнокровно так. 19.21, 19.63. И он долетит. Но нужно смотреть, куда смотрит его основной брат, который главнее, чем он. А кто главнее? Вот это вот падение импульсивное, черное, белое. А, ну есть, тут клозом его перепоцеловали уже. Значит, ну, где-то здесь есть какие-то другие ребята, которые стремятся, которые не были еще. Выход был, все братья покушали, смотрите. То есть настоящий перепоцелованный брат был на 161-м, вышел, отдал 261-й. Серебряный брат, старший. Теперь отсюда начинаем отсчет. И коридор, который вы нашли, абсолютно правильный. Но входа в бай нету. Поэтому кто спрашивал по поводу серебра? Виталий. Если вы зашли в бай по серебру, то вы просто нарушили дисциплину. В бае входа пока нету. Это произошло на ваших глазах. Оп!
по нету входа. Поэтому серебро имеет право пойти вниз, и тогда люди начнут серебро продавать уже вот в таком коридоре. Одноцвет вниз. Это коридор опасности. Окей? Разобрались. Серебро в бай, в настоящем бае, потому что это был тейк от предыдущего брата, вот от этого. Опа, видите, тейк был. Выход и 261. Красиво. И теперь по мере спускания серебра мы спрашиваем у него, кто же будет самый низкий парень на деревне со 100% возвратом? Здесь не было 100% возврата. Вот здесь только что дзынкнул коридор. Вот этот, кстати, щелчок, это очень хорошо. Перед пробитием сначала должен быть щелчок. То есть вот этот щелчок, он наоборот должен... Вот, Виталий говорит, не зашел. Он наоборот должен радовать сейчас Виталия, потому что сначала должен быть щелчок, потом пробитие. То есть мы не можем ломать стену, или мы не можем сразу выламывать дверь, которая закрыта, потому что она же может быть открыта. И вот мы шли себе спокойно, бамс, а дверь кто-то закрыл. И вот здесь накапливается злость. И когда мы пробиваем, мы спрашиваем, кто закрыл дверь? Вот. И когда мы пробиваем, у нас остаточная энергия, мы бежим аж на до 19.636, чтобы разобраться, кто же дверь закрыл. Сел по высокому парню. Может быть, да, может быть, сел по высокому парню. Почему все так происходит? Смотрите, как говорил мой учитель, в данный момент идет явный снос стоп-лоссов. То есть, если мы пробивали вот здесь, то мы прятались стопами здесь, нам снесли. Далее мы хотели пойти вниз, прятали стопы здесь, нам снесли. Далее мы пошли вверх, ну вот здесь на пробитии, стопами прятались здесь. Вот в данный момент бай работает, да, ну после пробития вот этой вот штучки. Но здесь я вижу, что вы, ну, видите вот этот last kiss, но до него слишком как-то далековато. Вы про вот этот last kiss говорите? А если это разделитель, да, считать? Open 19258, close 19257. Ну да, это и есть разделитель. Давайте проверим. Раз. Да. Ну вот. Валет. Вот это конкретная картина валет, с которой вы знакомы. Один коридор, по нему сейчас все добавляются в sell на сотки. Ну, до 261. Второй коридор уже щелкнул. Поэтому туда-сюда. Вверх входа нету, вниз в данный момент шикарный сел. Хорошо, что подсказали, потому что вот эта вот свечка спряталась и замаскировалась, как будто бы она белая. А на самом деле визуально кажется, что разворот будет здесь. Видите? Разобрались. Ну и согласно трендовых линий, понятно, что здесь был у нас активно нисходящий тренд, который нарушился когда-то, и из этого активного нисходящего тренда мы выбираемся не трендом, ну, в смысле, а выбираемся рейнджем. То есть, помните, наш червячок выползает и никак не может определиться с направлением. Выходил, зашел опять в тот же самый привычный рейндж, серебро рейндж. Ян спрашивает, у него всегда комплект доллар-иена, фунт-франк, доллар-канада. У меня вопрос, зачем? Ну, зачем такую экзотику, когда есть, ну, как бы, ну, понятно, ну, ладно. Что это такое? Фунт иена вас не интересует, я так понял. Где у нас доллар иена? Он исчез. Фунт франк, доллар канада. А где эти все валюты? Они же здесь стояли. Фунт франк. Ну, фунт франк, это картинка утра, то есть, как бы, продолжает движение вниз в разноцветной дуге. То есть, картинка такая же, как у фунта доллара. Сейчас уберу Фибоначчи вот это. Вот. И картинка выглядит вот таким образом. После ретестинга, пробития, в данный момент мы находимся в пробитии полудуги. Вот так вот. И имеем определенные цели в нисходящем тренде. Это фунт франк. Окей. Что у нас еще там? Серебро красивее ходит, чем золото. Ну, сейчас серебро стоит в рейнже. Просто, ну, как бы... Так-то, когда ходит серебро, да. Часто ли вы меняете коридоры по мере движения к тейку? Допустим, вошли по полудуге, а вышли по одноцвету? Или нельзя трогать сделки?
Нет, если явно стоит по дороге какой-то четырехчасовой тык, тогда надо забирать. То есть у нас есть восьмое правило. Если в достижении тейка мешает фиолетовая или уровень старшего брата, забери прибыль. Ну, то есть, представьте, если вы идете к 261-му, но по дороге встретился вам 261-й дневки. Ну, это 100%, что вы не получите часовой, потому что на дневке будет хороший такой скачок, что он ваши стопы по часовке снесет однозначно. Доллар Канада смотрим. То есть доллар Канада по часовке ничего не могу комментировать. Бардак полный. Ну, вот это вот туда-сюда, туда-сюда. Нету тренда. Поэтому смотрим одним глазом на четырехчасовку. Комментарий по доллар Канаде не изменился. Он сегодня находился в зоне селла и продолжает движение в зоне селла. Выглядит это вот таким образом. То есть продолжает движение доллар Канада до своего 261-го. Кто был самый высокий парень по доллар канадцу в одноцвете? Клозом перепоцеловывали? Нет, не перепоцеловывали. Был 161-й? Да. Не было 261-го? Нет. Ниже сотки находимся? Да. Последние 6 часов мы находимся ниже сотки по канадцу. Ну да. Поэтому идем на 29-325. Восходящий тренд соблюдаем? Нет, не соблюдаем восходящий тренд. Утром мы его боялись, этого уровня. Сейчас мы его уже не боимся. Доллар Канада вниз шпарит. По часовке нет комментариев, по часовке есть вот такой вот, ну вот он сформировался, самый высокий парень, вот он, с клозами небывалыми там, раз, два, три, и вытяжка по секрету номер два. Это первая импульсивная вытяжка, в данный момент мы на 161-м. Вот. Но когда вот здесь вот бардак, на четырехчасовке это более красивее, вот так вот на четырехчасовке разобрались. И еще какая-то валюта там была. Доллар иена мы не смотрели, доллар канад, доллар иена не смотрели. Куда исчезла моя доллар иена? Кто-то с моего рабочего стола утащил доллар иену. Кому она нужна? Это самая ненужная валютная пара, но кому-то она понадобилась. Окей, окей, разобрать. Доллар иена в бае находится. Тут до сих пор в бае. Ну, видно, что самый последний импульсивный коридор, ну, как бы разгоняется вверх. Красоты не видим. Смотрите, два секрета можно применить. Первый, смотрим на линейный график. Опа, ну вот она есть острие, и вот она есть острие. Было ли оно где-то? Ну, было. Вот на 261 было. Значит, вопрос по часовке бая закрыт. Закрыт. Видите, как четко было вот здесь? Хорошо. Ну, понятно, что там было. Поэтому смотрим это острие на четырехчасовке. Ну, вот здесь будет будущий бай. Пока что этого бая нету. То есть, опять-таки, рейндж. Смотрим на свечной график. То есть, работает сейчас вот этот брат. Он еще, по-моему, не кушал своего. А, нет, он уже. Ну, значит, вот этот брат. Все. То есть, после тейка мы теперь, смотрите, вот в этом движении ищем самого низкого парня. Опа, и мы его нашли. Все. Вот так вот выглядит. Касания низа нету. Будем идти вверх куда-то. Если это разделитель 703-713, значит вот так вот картинка. Не были на 261-м. Можем быть. В состоянии бай находимся, но в таком неактивном бай. По дороге будет мешаться вот это вот все безобразие. Иена. Это иена. Фунт комментируем, ставим резюме на место, потому что основной наш комментарий идет по основным валютным парам. Все остальные идут вскользь, но когда идут вскользь, вы видите, что ваш прогноз совпадает с тем, что вы спрашиваете. Потому что кто давно увлекается данной стратегией, он уже раз нарисовал, опа, а вот, ну да, в принципе. Вот. А если вы не согласны, вы говорите, а вот посмотрите туда, там же все-таки есть бай. И я говорю, а ну да, проглядели. Итак. Добавочка на золоте, молимся за нее. Евро-доллар никак не может взять фиолетовую, молимся, чтобы он пробил фиолетовую. Фунт в данный момент, ну, что на него смотреть, он ничего не делает. Он отдал нам тейк, должен уйти в разворот по самому низкому парню сегодняшнего дня, самому низкому парню последней недели. А если он пробьет 28-452, значит, он пошел добивать старые цели. Далеко не уйдет. Какие у него старые цели? Напомню, что мы его забрали по тейку четырехчасовки, но у него есть вот эти цели, которые он, в принципе, может сегодня добить.
ну, 28-336 может сходить. Потом может сходить на коридор, гэп-готовый коридор. Там тоже он не был. То есть вот сюда, куда-то он может кольнуть, а потом только собираться еще куда-то. Фунт, еще раз говорю, если он пробьет вот это, что вы говорите, 28-452? Ну да, если он пробьет, он пойдет в сел, но по дороге встретит 28-293. Это 261-й от вот этих коридорчиков, которые, в принципе, являются последними. Вот здесь вот мы по линейному мы забрали, но по последнему, даже по сегодняшнему, мы еще не забирали. То есть там же... А, нет, наоборот, здесь мы забрали, а по линейному, ой, по вот этому гэповскому мы еще не забирали. Поэтому может сюда приспуститься. И второй вариант. Фунт идет рисовать Ласкис Ориджинал. То есть у нас всегда так происходит. Мы наблюдаем за баем. Смотрите, в замедленном виде. Свечка идет клозом, закрывается и заходит назад. То есть мы называем это возвращение Будулая, но в то же время мы называем это Ласкис Ориджинал Клоста. Ниже лоу ушел и вернулся. Вот. Напомню, что хороший тейк, который прям вот щелкнул, это был второй брат с применением правила номер 2. Он прям четко отдал свой take profit. Прям вот замечательно. Не был этот коридорчик на 261. Вот сегодня он был на 261. Окей, разобрались. Ну, Америка. Я всегда говорю, американская сессия нужна только для того, чтобы добить ваш коридорчик. Представьте, вот целая биржа открывается для того, чтобы добить ваш коридорчик. Я спокойно попиваю чай, открывается Америка, там ведутся обсуждения, там по всем каналам передают какие-то новости. А я смотрю, спокойно смотрю, как он идет к 261. Кто идет? Доллар идет. Без разницы против кого. Против евро, против фунта. Он идет к вашему 261. Резюме на экран и прощаемся. Сегодня американская сессия откроется только для того, чтобы добить ваш 161 и 261 по евро-доллару и чтобы пробить фиолетовую. Все, больше ни для чего. Только для этого, чтобы удовлетворить ваше желание. Сегодня американская сессия откроется, а уже в принципе она нас не интересует по фунту. Но если вдруг откроется и что-то покажет, у нас ружье готово. Вот так вот. Ну, если вдруг что-то будет, то... готовы. И сегодня американская сессия откроется для того, чтобы добить по золоту 161 и 261, потому что только что мы добавились на сотки. Вот и все. И спокойно сидим и смотрим новое кино какое-нибудь. Я, кстати, могу порекомендовать, если хотите посмеяться. «Побег из аула» называется. Операция «Махабат». Посмотрите, как бы между трейдингом. Это очень веселые парни, которые никогда не думают о деньгах, а думают, как бы быть дружными и веселыми парнями. До новых встреч. До завтра. Аккуратно забираем тейк-профиты и готовимся к новому рабочему дню на завтра. Понедельник был не скучный по фунту. Хороший был понедельник. До новых встреч. До свидания. Удачи всем.